понимаете, я ее пригласил в ресторан, но выпили, конечно. Потом пошел в туалет и больше ничего не помню. Ой, мужчина, извините, пожалуйста, а вы не подскажете, где здесь отдел экономической преступности? Отдел по борьбе с экономической преступностью. Борьбе, да. Здравствуйте. Да, здрасте. Вам этажом выше и налево. Следователь Багдасарян. Багдасарян? Арман Багдасарян. А, спасибо. А говорят, что в органах работает исключительно хамы и грубияны. Ну, это совсем не так. Да, я уже вижу. Мужчина. Капитан Лобарев, особый отдел, к вашим услугам. Наверх, да? Наверх и налево. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Более 100 жителей Хайфы пострадали при обстреле города в воскресенье вечером. Не менее 6 ливанских ракет упали на жилые кварталы города. Одно из зданий обрушилось внутри него, предположительно, находится 9 человек находится в критическом состоянии. Ракеты были запущены из города, и все пострадавшие, которых удалось обнаружить, были эвакуированы в больницу в течение 2 часов. Когда списки будут? Кто крайний? Не сообщалось. Ранее в результате попадания ракеты на железнодорожную станцию Хайфу погибли 8 человек. Нам кто-нибудь выйдет и объяснит, что же... Вечером будет все известно. Ожидайте. Что? Я же сказал, все будет известно вечером. Ну попросите, чтобы дали списки побыстрее. Через полчаса я сообщу телефон горячий. Доброе утро. Простите, ради бога, здесь по записи или живая очередь? Первый раз? Да. То есть нет. Документы подавала, но здесь никогда не бывала. Всеми документами занимался муж. Отказали? Ага. Не, да. А муж там, в Хайфе. У него там дочь. От первого брака. Меня не пустили. Ну, собственно говоря, я в этой истории никто. А вот теперь внезапно сегодня позвали. Может, передумали? Родственники в Хайфе? Да, я же говорю, муж там недавно уехал. Вам четвертое окно. А, моя жена уже там. А. Мне запретила идти, за сердце мое боится. Сердце? А там что, душно? В Хайфе. В помещении. А у вас в Хайфе кто? Родители. Сын с семьей. Здорово. Если все получится, вместе полетим. Если будет кому. Что значит, если будет кому? Да то и значит. Вам четвертое не забыли? Нет. И пусть нам повезет. Ну да, да. Всего доброго. Я... Что вам я надо? Добрый день. Я капитан Лобарев.
Особый отдел. Вот мое удостоверение. Я к вам по поводу вашего агентства по трудоустройству. Я сегодня с утра зашел по юр адресу, а там, знаете, табличка такая висит, мол, продается. Вы же Клавдия Степановна Поскребышева. Если вы по поводу агентства, то меня уже проверяла прокуратура, налоговая. Все вопросы закрыты. Агентство продано чисто. Так что всего доброго. Пешком на берег. Шутка. Лёша, разворачивайся. Разворачивайся, не разворачивайся, Клавдия Степановна. Ну, позвольте, я присяду. Особый отдел не занимается финансами. Я к вам по поводу убийства, следы которого, к сожалению, ведут к вашему агентству по трудоустройству. Я не ослышалась. Вы сказали убийство. Совершенно верно. Уже и агентства им мало. Уже лапу на мою яхту наложить хотят. Ну что за люди, а? И в правительстве, и у государственной кормушки. И жрут, 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 и все никак не нажрутся. Все им мало. Да. Что за страна такая? Это абсолютный шантаж. Я не понимаю, о каком шантаже вы говорите, о какой кормушке. Уж я-то точно к ней никакого отношения не имею. У меня вопросы совершенно иного характера. Вот, посмотрите, пожалуйста. Что это? Это рекомендательное письмо вашего агентства. Да-да, я вижу. Бланк наш. Хорошо. А подпись? Подпись? Подпись ваша? Похоже на мою. Похоже или ваша? Послушайте, капитан. Лобарев. Да, Лобарев. Я вам не дактила с комиссии? Нет, вы хозяйка агентства. Бывшая. А что здесь? Убита вот это? Да нет, как раз совсем наоборот. Вы же следователь. Выражайтесь, пожалуйста, поточнее. Пожалуйста, Клавдия Степановна, вы не припомните, при каких обстоятельствах был выдан этот документ? У вас неплохое чувство юмора. Спасибо. Вы хоть представляете, сколько вот таких рекомендательных писем прошло сквозь мои руки за 5 лет существования агентства? Да. Да? Да, да. Я понимаю, понимаю. Понимаете. Но это рекомендательное письмо было написано совершенно недавно, как раз перед закрытием вашего агентства. И выдано оно некой Ирине Перминовой, которую зовут Кира на самом деле. Так вот, она подозревается в причастности к убийству хозяина дома. И знаете, что еще? Это Кира Перминова утверждает, что устроится в дом. Помогли ей вы, госпожа Поскребышева. Так что, вполне возможно, вы по этому делу пойдете не как свидетель, а как соучастница. Да что? Вот такое у меня чувство юмора, Клавдия Степановна. Ха-ха-ха. Будем говорить? А? Ни о каком убийстве ничего не знаю. Ничего не знаете? А подпись-то ваша. Я Мира. Ой, извините, пожалуйста. Ой, меня зовут Анна. Как вам кофе? Замечательно. Вы знаете, никогда такой не пробовала. Хотя страшная кофеманка. Да, здесь такого кофе нет. Это прямо из Израиля. А-а-а. Скажите, а вы сами из Израиля? Да, уже 10 лет. Но я сама родилась здесь. А-а-а, так вы здешние? Ну, не совсем. У меня мама еврейка, а папа армянин. Мы жили в Баку. И когда начались армянские погромы в 90-м, нашу семью чуть не убили.
Вот тогда родители и решили эмигрировать. Mm. А вы были в Израиле? Собирались с мужем, но ему открыли визу, а мне нет. У него там дочь. А где? В Хайфе. В Хайфе? Хайфа – такой прекрасный город. Там так красиво. Я в прошлом году была на практике там. А, Мир, скажите, пожалуйста, а что, с визой опять что-то не так? Я не знаю. Вы знаете, просто в мои обязанности ходит только кофе и непринужденная беседа с нашими гостями, пока консул отсутствует. О, а вот и он, господин консул. Пожалуйста, госпожа Сажнева. Добрый день. Добрый день, госпожа Сажникова. Я Сажнева. О, простите, конечно. Прошу, присаживайтесь. Спасибо. Ну, как вам кофе? Просто замечательно и очень вкусно. Да. Мира у нас большая умелица. Скажите, госпожа Сажнева, как зовут вашего мужа? А, моего мужа. А, Прокаев Егор Александрович. А вы Сажнева? Да, Анна Константиновна Сажнева. Что-то не так? Фамилия по матери? Нет, по первому мужу. По первому мужу? Угу. Он погиб в Афганистане, и я не стала менять память о нем. И Егор, ну, мой муж, он не был против, они были друзья. Благородно. А сейчас где ваш муж? Егор? Да, где сейчас господин Прокаев? Ну, как где? У вас? Ну, в смысле, в Израиле? Да. Ну, а именно? А в Хайфе. Вы же открывали визу. Вы знаете? А с какой целью он туда отправился? А проведать дочь. Что-нибудь случилось? К сожалению. Что? Произошла трагедия. Позавчера боевики Хизбаллы выпустили по Хайфе ракеты. Много жертв, много раненых. Муж жив? Скорее всего. Что значит «скорее всего»? В госпитале Рамбайн находится тяжело раненый мужчина. При нем были найдены документы на имя Прокаева Егора Александровича. Может быть, это не ваш муж. Документы могли попасть к нему по ошибке. Может быть, воды? Нет. Скажите, этот... Ну, Егор, то есть этот... Он что, не может разговаривать? Он без сознания. Вот это факс из госпиталя. Большая потеря крови, тяжелейшая контузия, ампутация ноги. Господи, боже мой, нет. Что же это такое? А мне надо к нему. Конечно, но я вас сразу предупреждаю. Вы должны быть готовы. Я готова. Все, что угодно. Вы знаете, у меня сын доктор. Я могу лекарство любое достать. Я соберу деньги. Да есть там лекарства, и деньги не нужны. Врачи говорят, что у пострадавшего мало шансов выжить. Он один из шести находящихся в критическом состоянии. Мне нужно срочно к нему. Но у меня нет визы. Но... Вы не дали мне визу! Вы не дали мне визу! Если бы вы дали мне визу, мы бы были вместе! И ничего бы этого не было! Почему вы не дали мне визу? Не надо кричать! Я прошу вас! Прошу вас, госпожа Сажникова! Я уверен, все будет хорошо! Сажнева! Да, простите. Сажнева, простите меня. Завтра мы отправляем самолет в Хайфу с родственниками пострадавших и погибших. Сейчас придет мой секретарь, и он вам сам расскажет о процедуре вылета. Мои соболезнования. Соболезнования? Вы не смеете его хоронить. Конечно, извините. Я сейчас приглашу Миру, она принесет все нужные документы. Вам точно не нужна помощь? Простите. Егорушка, терпи.
стерпел. Мой любимый, ты же сильный. Я завтра приеду. Кикушка. Света! Здравствуй. Все хорошо, Антон. Мне надо с тобой поговорить. Мы обо всем уже поговорили, доктор Сажнев. До свидания. Свет, подожди. Что? У нас беда. Егор Александрович в больнице. В очень тяжелом состоянии. Как? Подожди, подожди. Он же в Израиль улетел. Да. Да, все верно. Позавчера обстреляли Хайфу. Маму сейчас вызвали в посольство. Они отправляют туда специальный самолет. Самолет? С родственниками? Светочка, у тебя все нормально? Да. Здрасте. А ты? Я с ней. Ты же знаешь, у нее сердце не к черту. Вылетаем завтра утром. Угу. Ну вот, я пришел тебя предупредить. Мне надо писать заявление. Это все потом. А деньги? Ее отправляют бесплатно, она жена, так. А меня нет. Но это не страшно. Спасибо, что визу дали за час. А сколько у тебя? 1000. 1000? Да это вообще там копейки. Может, ты все-таки ответишь, что этот человек от тебя хочет? Подожди, пожалуйста. Послушай, у доктора Сажнева горе. Сажнева? Да, это Сергей Сажнев. У него горе. Его отчим в Израиле попал под обстрел. Состояние тяжелое. Мать отправляет самолетом бесплатно, а его нет. Ну, ты сам понимаешь, какие это безумные деньги. Мы что-нибудь можем сделать? Да. Посочувствовать. Перестань. Mm. Спасибо за сочувствие. До свидания. Тебе не стыдно? И вам не хворать. Тебе не стыдно? Пожалуйста, поехали домой. Извините. Вы ешьте, да. Приятного аппетита. Спасибо. Я, как обычно, извините. Да. Секундочку. Ну что? Вчера мы так документы не оформили. Начнем, пожалуй, с этого. Послушайте, я уже не могу. Я не виновата, что у вас заканчиваются бланки. А вас никто и не обвиняет. В том, что у нас бланки заканчиваются. Тогда скажите, в чем меня обвиняют? Потому что я торчу здесь у вас уже целые сутки. Может, кто-то скажет, что происходит? Фамилия? Моя фамилия Перминова. Вы моему мужу звонили? Имя? Послушайте, какое имя? Вы что, не знаете моего имени? Вы мне скажите, пожалуйста, вы позвонили моему мужу или нет? Позвонили? Звонили, звонили. Отвечайте на поставленный вопрос. Имя? Кира. Значит, он вам все уже рассказал, да? Отчество. Послушайте, перестаньте надо мной издеваться. Он вам все рассказал? Допустим, отчество. Хорошо. Я Константиновна. Значит, вы уже все знаете и знаете, что я невиновна. Год рождения. Зачем? Зачем вам год моего рождения, если я уеду через несколько минут отсюда? Уеду! Это вы так решили? А что, нет? Нет. А разве показаний Максима недостаточно? Ну почему же? Более чем достаточно. Ну вот. Я вам больше скажу. Именно ваш супруг помог внести ясность в данную ситуацию. В чем тогда проблема? Я хочу ему позвонить, чтобы он меня забрал отсюда. Вы знаете, он сам попросил встречи с вами. Ну, вообще-то у нас свидания с родственниками запрещены, но учитывая тот факт, что он ваш личный психиатр... Он мой психоаналитик. Без разницы. Встреча разрешена завтра. А почему завтра? Ну, я же хочу сегодня отсюда уехать. Зачем мне завтра? Почему нельзя сегодня? Действительно. Почему же нельзя сегодня? Прошу. Что это? Почерк узнаете? Это показания вашего мужа. Показания мужа? Да, да, читайте. Читайте, читайте. Ну как? Послушайте, что вы мне даете всякую ерунду? Вы хотите, чтобы я вот этому поверила?
пожалуйста, не надо меня обманывать. Он не мог такого написать. Я прошу вас, вы, наверное, его заставили. Заставили? А зачем? И потом. Как можно заставить успешного, красивого мужчину признаться в том, что его променяли на другого мужчину? Это бред. Бред? А вот ваш супруг утверждает, что именно из-за любовника вы бросили его 3 месяца тому назад. 3 месяца, это повторяю, неправда. 3. Я вот его вчера вечером я видела. Дальше. Ваш муж утверждает, что ваш любовник – криминальный авторитет. Что, кстати, подтвердилось по нашему запросу в базе данных. Так что теперь вы автоматически становитесь участником криминальной группировки. Какой? Криминальной. Я не понимаю. Не понимаете? Нет. Я вам сейчас объясню. Повнятнее. Начнем с того, что вы под видом няни специально устроились на работу в дом миллионера Гришко. Я не под видом, мне нужна была работа. Да вы что? А зачем? У вас же такой обеспеченный муж, души у вас не чает. Утром, давая показания, чуть не расплакался. Так разволновался, что вы от него сбежали. Мой муж. Да он меня бил и мучил. А что же вы жили тогда с таким монстром, а? Может, когда-то он меня спас. Вот. А вы его предали. А потом я стала для него просто подопытным животным, и не больше. Допустим, и это. Но почему при устройстве на работу вы назвали себя Ириной? Я вам сказала об этом вчера. Мне посоветовали это в агентстве. Знаете, я вот не поленился и сегодня встретился с директором вашего агентства. Она мне рассказала, как вы под видом бедной овечки, сбежавшей от мужа-садиста, просили найти ей работу, няни, с проживанием, не предоставив при этом ни единого документа. Клавдия Степановна, как человек сердобольный, пожалела вас и ваши синяки и выдала вам липовое рекомендательное письмо. Да, но она категорически отрицает, что советовала вам изменить имя. И вот что самое любопытное. Из всего списка всех семей, которые вам дан был на выбор, вы почему-то остановились именно на семье Гришко. Это агентство. Кстати, а синячки вам кто ставил? Вы сами или любовник помогал? А? Я не убивала. Конечно, конечно, вы не убивали. Убивал ваш любовник, которого вы впустили в дом. Нет, я никого не впускала. Хватит врать! На месте преступления были обнаружены отпечатки его пальцев. Кстати, а вы знали о том, что убитый и убийца были компаньонами в Москве? Кто? Кто? Дед Пихто. Гришко заказывал знакомых бизнесменов, а князь их убивал. Ну, потом, видимо, что-то у компаньонов там разладилось. И, по слухам, Гришко, прихватив всю заработанную сумму, исчез. Вы об этом не знали, да? Как князь его вычислил? Отвечать! Кто такой князь? Кто такой князь? В розыск объявлен особо опасный преступник. Князев Николай Николаевич. Смотреть! Разыскивается с 1998 года. На его счету более 50 заказных убийств. Последнее из которых — смерть гражданина Гришко. Ваш муж нам помог с рисунком. Так что хватит притворяться, гражданка Перминова. Нам все известно. Круг замкнулся. Какой круг? Преступный! Я ничего не знаю! Твою мать! Дежурный! Веселовский, ну где ты там ходишь? Там дверь была открыта. У тебя есть минутка? Свет, если честно, у меня чемодан еще не собран. Поезд через час. Веселовский еще куда-то запропастил. Так, помолчи секунду. Возьми. Что это? То, что тебе необходимо. Деньги? Я не возьму, забери. Это направление на твое имя, как врача, сопровождающего гуманитарно-медицинскую помощь пострадавшим в Хайфе. Израильская сторона уже в курсе. Здесь также билеты суточные. Я надеюсь, что все обойдется. Я же сказал, не возьму. Сереж, не время капризничать. В конце концов, Кириного отца тоже можно понять. Он же не знал, о чем мы с тобой так бурно беседовали. Ладно. Как там Анна Константиновна? Держится? Угу. Вот видишь, он неплохой.
Он сам в посольство звонил. Честно. Только не надо оправдываться. Ты все правильно сделал. И мне мозги на место поставила. Это ты о чем? Ты права. Не надо обманывать себя и бежать от любви. Знаешь, после того, что случилось с Егором Александровичем, я это ощутил особенно остро. Так все зыбко. Мама тоже боялась этого чувства. Тянула 10 лет. Теперь простить себя не может. И я гоню все мысли о ней. Хотя я буду любить ее всю жизнь. Это ты, Акири. Акири. Сереж, так почему ты с ней не поговоришь? Я не имею права. У нее муж, дети. Она счастлива. Но обманывать я больше никого не хочу. Держи. Свет. Передай ему спасибо. Спасибо. Подождите, пожалуйста. Здравствуйте. А вы к кому? Привет. А я Гришко. А в этом доме уже никто не живет. Правда? Совсем-совсем никто? Никто? А что вы разговариваете со мной, как с ребенком? Хозяина убили, работники разбежались. Подожди, что ты сказал? Убили? Когда? Мама, мама! Что случилось? Там какая-то тетя Гришко спрашивает. Здравствуйте. Вам кого? Здравствуйте. Я врач. Сын хозяина дома, Игорь Гришко. А, Гошка? Да, попал к нам в больницу. Слава богу, все обошлось, но я пришла проведать. У нас такие правила. Так нет их тут никого. За границей все они, и хозяйка, и дети. И хозяина там хоронить будут. Ой, горе-то какое, как пережить. Слышали? Хозяина-то убили. Да убийца-то еще кто? Няня младшенький со своим любовником. Няня с любовником? Ага. Такой тихоней казалось, а такое вытворила. Представляете? Подождите, откуда вы знаете? Оттуда. Я ж тут кусты подстригаю и розы высаживаю. Да вот и дом хозяйка попросила прибрать для продажи. А как ее зовут? Хозяйку? Мадам. Красавица. Нет, нет, няню. А вам зачем? Поймите правильно, простое женское любопытство. Просто к нам в больницу приходила одна из нянь, очень милая, даже красивая. Звали то ли Ира, то ли Кира, не помню. Ирка и убила. А сказала, что Кира ее зовут. В общем, одним словом скрывала свое имя, чтобы после убийства ее не нашли. Простите, вы ничего не путаете? Я-то путаю? Так это ж при мне ее стерву рыжу в каталажку и увезли. Так, ладно. Все? До свидания? Да, до свидания. До свидания. Thank you.
На пол! На пол! Ноги на стол перед собой! Ребята, чё? Иду я. Кто там настырный такой? Иду. Ах ты, дрянь! Дрянь, тебя в жизнь мало! Зачем ты поставила Костю? Ты педикюрша драная! Зачем ты натравила на него? Ты сама педикюрша драная! Уродка, ты решила опозорить его на весь город! Что ты сказала? Ты забыла, что отец твоего ребенка? Шлюха, ты всю жизнь изменяла Костю! Тебе теперь ты хочешь в тюрьму его засадить? Брат, не позволю! Сама ты падальщица! Падальщица! Коголичка тебя помятая! Скотина неблагодарная! И все понятно, чего ты прикасаешься! Люди, скотина! Иди отсюда! Пошла вон! Ох ты, мразь! Это я тебя посажу! Падальщица! И твоего хахаля тоже! Вы вместе сгниете в земле! Поняла? Ой! Ой, дрянь! Ой, больно как! Ой! Ой, как больно! Ой! Ой! Здравия желаю. Привет. Налево. Разрешите? Я за дверью. Здравствуй. Выглядишь отвратительно. Пойдем поговорим. Пойдем. Сядем напротив друг друга. Как раньше. Молчим, как чужие. Чужие. Не говори глупости. А что ты хочешь? Что я хочу? Ты же умная девочка. Догадайся. Не хочу. Не хочу даже думать о том, зачем ты вылил на меня всю эту грязь. Не хочу.
не хочешь. Опять не хочешь. Ничего не хочешь. Но я скажу тебе. Я хочу справедливости. А ты разве еще не понял, что ее не бывает? Это ты не поняла, что за свои слова нужно отвечать. Иначе придется отвечать за поступки, которых ты не совершала. Поэтому ты оболгал меня. Ты унизила меня. Ты унизила меня тем, что сбежала. А унижение я не могу простить. Мстишь. Не говори глупостей. Любовь не совсем слепа. Даже если любишь человека всем сердцем, нет ничего мучительнее, чем сознавать, что тот, кого ты любишь, недостоин твоей любви. Сомерсет Моэм. Рождественские каникулы. 10 лет я люблю тебя. Безумно. И 10 лет ты безразлична к моей любви. Ты жила в моем доме, как в ночлежке. В дорогой ночлежке, только лишь потому, что тебе некуда было идти. Ты же совершенно не задумывался о том, что я чувствую. Что у меня внутри, что... Какая у меня боль. Я замерз. Я замерз от твоего холода. Не получается у нас разговор с тобой. Кстати, знаешь, этот следователь, этот неряха, он только что рассказал мне, как не повезло этому твоему Николаю Николаевичу. Да не мой он, Макс. Не твой? Ну, не твой, значит, не твой, ладно. Только паспорт у него почему-то твой и билет. На твое имя. Нашли в город Париж? Что значит нашли? Ну, понимаешь, в аэропорту его пытались задержать. Он оказал вооруженное сопротивление. Ну и кирдык твоему Николаю Николаевичу. Ну, посмотри на меня. Я сказал, посмотри на меня. Попроси меня. Попроси меня. Скажи. Скажи, спаси меня. Скажи. Скажи, я люблю тебя. Умоляй. Умоляй меня. Упади на колени. Скажи, я раба твоя. Скажи. Скажи, я твоя раба. Скажи! Ты не понимаешь, я люблю тебя. Я люблю тебя, я жить без тебя не могу, ты не понимаешь? Я спасу тебя, у меня есть... Я скажу, что я солгал. У меня есть связи. Ну. Ты псих, Макс. Прощай.
Thank you.